Это афганские коллеги попросили организовать поставки машин. Ну, на самом деле, вот если брать Кабул как город, он очень хорошо развивается, строительство идет, этажное строительство очень большое идет. Я так понимаю, торговля очень идет. И появились уже, какая-то прослойка появилась с деньгами, развивается средний класс. Поэтому попросили организовать встречи и возможности организации автоцентров для продажи и бэушных, и новых наших машин. Я уже с несколькими людьми связался по этому вопросу, и мы сейчас вопрос прорабатываем. Да. Ну, в первую очередь нужен надежный партнер с афганской стороны для организации подобного рода бизнеса, маршруты доставок. Но я думаю, что в следующем году реально уже первые машины продавать начать. Я попросил их, правда, взять на себя вопросы, связанные с помещением, со строительством и так далее. Но вчера мы очень важный вопрос решили. Спасибо, что вы задали. Сегодня должен быть открыт корреспондентский счет одного из крупнейших банков Афганистана, Газанфарбанк, у нас в Заманбанке. Да. Это вот такое вот большое окно, в данном случае в Афганистан, да, прорубается, поскольку пойдут прямые платежи. До сих пор мы пользовались услугами киргизских, узбекских банков, банков залива, оставляли там маржинальность определенную. Теперь этим у нас будет заниматься казахстанский банк напрямую. А это коренным образом ситуацию в торговле не только с Афганистаном изменит, но в принципе с регионом.